Добрый вечер. В эфире телеканала «Россия». Программа «Вести Ульяновск», в студии Елена Тимонина. И коротко о главном. Все спешат, под ноги не глядят. Часто травмы такие, то, что даже не получается решать проблему на работе, приходится направить в стационар. Одни проводили старый год, другие встретили новый в травпункте. Вначале было слово, а потом документальное кино. Я хотел бы, чтобы побольше людей прочитало и посмотрело «Симбирские сказания» Полотнянка и Шпоркина. Историю родного края интересно и наглядно рассказывают ульяновский литератор и режиссер. Каникулы – не время для лени. Спорт всегда в моде при любой погоде, как говорится, даже при такой. Здоров как быть. Чтобы это утверждать, надо бежать, говорят ульяновские молодогвардейцы. И показывают пример. Завершается третий день Нового года. Каждый из нас ждет хороших новостей. В первую очередь с ковидного фронта. По оперативным данным Роспотребнадзора на 3 января 2021 года в регионе зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 184 человека. Вакцинация от COVID-19 в нашем регионе проводится и в новогодние дни. Прививку можно сделать 4, 5, 6, а также 8 января. На данный момент привито уже почти 700 ульяновцев. В первую очередь прививаются врачи и учителя. Скоро вакцину получат сотрудники общественного транспорта, коммунальной сферы, госорганов, социальной службы и волонтеры. Кроме того, в праздничные дни продолжается выдача препаратов для лечения пациентов на амбулаторном этапе с подтвержденным диагнозом COVID-19. Часы работы 4, 5 и 6 января с 9 до 11.00, 8 января с 9.30 до 16 часов. Поставки лекарств в городские поликлиники для лечения пациентов с COVID-19 начались еще в декабре. В настоящий момент есть согласование с госаптекой на дополнительную поставку. Необходимые препараты закуплены и для 4-й городской поликлиники. Там получают лекарства по 13 позициям. Все группы препаратов у нас и имеются в наличии. Это значит антибиотики, которые тоже применяются. Это противовирусные препараты, которые есть. Это антикоагулянты, которые применяются, жаропонижающие. Все препараты из перечня выдаются пациентам при положительном мазке. При этом сама схема лечения индивидуальна. Ее определяет лечащий врач. В травпункты в новогодние праздники обращений всегда больше, чем в обычные дни. Такую информацию подтверждают сами медики. По словам врачей травпункта в Ленинском районе Ульяновска, обычно к ним обращается порядка 60 человек с теми или иными травмами. А в предновогодние дни и в начале Нового года количество первичных обращений увеличивается до 80. Самая главная причина – это неосторожность. 31-го, 1-го числа все куда-то спешат, к родным, к близким. Кто-то спешит, падают, ударяются. Чаще всего еще стали отмечать резанные раны, потому что все готовятся к празднику, режут салатики, вот, режут пальчики. Часто травмы такие, то, что даже не получается решать эти проблемы в травмпункте, и приходится направлять их в стационар. Да? Детки, конечно, тоже очень много к нам обращаются, потому что всем хочется сейчас на ватрушках, на коньках, очень часто подворачивают ножки. Советы от медиков самые простые. Всерьез относиться к элементарным правилам безопасности и не надеяться на авось. Ну а если несчастье все же произошло, то следует немедленно обращаться за медицинской помощью и не затягивать с лечением. «Единая Россия» в период пандемии доказала, что способна отвечать на вызовы и завоевала доверие населения. Такой вывод сделали на партийной конференции, где подвели итог 2020 году. Волонтерские центры на базе депутатских приемных начали открываться в марте. Тем, кто нуждался в помощи, доставляли лекарства и продукты. Продолжают заниматься этим единороссы и сейчас. У нас хорошая команда получилась. Хорошая команда, которая работает ежедневно, несмотря, так сказать, нам на проблемы, не проблемы. По субботам автоволонтерим, значит, выходные, все рождественские праздники. Будем работать без выходных, чтобы ни один проект не остановился. Мы реально это будем делать. И приглашаем, кстати, всех другие партии. Пандемия заставила оперативно корректировать областной бюджет. Необходимо было закупать оборудование и открывать госпитали. В приоритете здравоохранения – и в 2021 году. На него направлено свыше 12 миллиардов рублей. То есть посмотрите, кто принимал и кто голосовал за бюджет, тот и несет за него ответственность. Это депутат партии «Единая Россия».
Коронавирус не остановил жизнь. Собранные наказы от избирателей трансформировались в городские и областные программы. Одна из них – «Мой округ». Это ремонт дворов, скверов, парков шаговой доступности для того, чтобы люди, которые приходят с работы, могли провести время вот с комфортом в своем микрорайоне. Своевременное реагирование на запросы общества избиратели не оставили без внимания. По результатам выборов в Гордуму Ульяновская «Единая Россия» получила 36 мандатов из 40, в Димитровграде 4 из 4, в Вишкайме 2 из 2. Виктория Дронова, Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, «Вести Ульяновск». Сегодня вступил в силу новый порядок назначения и выплат детских пособий. Речь идет как о ежемесячных выплатах по уходу за ребенком, так и единовременных. Теперь все необходимые для этого документы можно предоставлять в электронном виде. Сделать это можно любым способом. Например, принести данные на флешке в многофункциональный центр или передать ее через законного представителя. В числе вариантов есть также возможность направить документы через портал госуслуг. Уведомление об отказе также будет электронным. Оно придет тем же способом, каким и передавались документы – в МФЦ или в личный кабинет отправителя на портале госуслуг. Отказ должен быть обоснованным и направлен в течение 5 рабочих дней. С 1 января жители Ульяновской области старше 45 лет будут знать точный размер своей пенсии. Об этом сообщит Пенсионный фонд России. С этого года уведомления будут приходить автоматически. Сообщение появится в личном кабинете портала госуслуг. Уведомления собираются отправлять раз в 3 года. В сообщении Пенсионный фонд укажет, какие отчисления получены, а также когда и при каких условиях человек сможет получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат, и данные о размере накоплений. Возраст 45 лет выбран не случайно. К этому времени у людей уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости. В этом году МЧС может проводить внезапные рейды в торговых центрах. Инспекторам не обязательно будет сообщать о своем визите владельцам супермаркетов. Если пожарные выявят нарушения требований безопасности, сопряженные с угрозой жизни и здоровью людей, они смогут прямо на месте зафиксировать данные нарушения. Также специалисты чрезвычайного ведомства могут обратиться в прокуратуру и провести внеплановую проверку этого объекта после получения соответствующего разрешения. По мнению разработчиков нового правила, такой вариант проверки будет держать руководителей магазинов в тонусе. Ведь штрафы платить не хочет никто, а значит, эффективность проверок значительно вырастет. Сам закон вступит в силу 1 июля. Новогодние подарки не только для детей. В ТОС «Мостовая Слобода» в праздничные дни раздают подарки не только подрастающему поколению, но и, как принято говорить, людям серебряного возраста. Пенсионеров старше 65 лет. Здесь более 150 человек. В местном клубе уже давно существуют своеобразные кружки по интересам. А в праздники тех, кто посещает занятия, пригласили сюда за подарками. Нам это сказали, позвонили, чтобы прийти, получить подарок. А так мы в клуб ходим, мы здесь занимаемся. Тут у нас йогой занимаемся, поем мы, выступления у нас, концерты бывают. ТОС «Мостовая Слобода» помогает пожилым не только в праздники. Территория общественного самоуправления выстроила отношения с органами соцзащиты таким образом, что теперь может самостоятельно оказывать определенную поддержку. Само собой, по согласованию и под контролем ведомства. Виды помощи различны. От приобретения продуктов до контроля за самочувствием. Ведь иногда достаточно простого звонка, чтобы узнать, нужна ли помощь. Надо было все-таки обращаться в соцзащиту, потому что для каждого пенсионера прописывается индивидуальная программа, что, какие услуги можем оказывать. Нас это проверяют, какие услуги оказываем, потому что подопечных прозванивают и уже непосредственно нам возмещают эти средства. В ТОС готовы помочь не только пенсионерам, которые прописаны на территории поселка Мостовая, но и тем, кто там проживает. Ну а сюрпризы обещают не только на новогодние праздники. История земли Симбирской в книге и кино ульяновскому зрителю представляют совместный проект Николая Полотнянко и Дианы Шпоркиной «Симбирские сказания». В документальном фильме по одноименному произведению автора многовековая история родного края. По коридору времени прошелся Павел Игнатьев.
«Симбирские сказания» – это летопись времен. В документальном фильме режиссера Дианы Шпоркиной история разбита на главы. Главы – на судьбы Отечества и людей, его населявших. «Казачья станица широким загоном копытила поросшую жесткой травой твердую землю». Так начинается сказ о том, как симбирские казаки воевали со степью. Степь – заглавной, как силой непреодолимый редут, с которым приходится мириться, но чаще сражаться. «Но это уже была не орда, а шайка налетчиков. Около полусотни всадников». Совместный проект – это визуализированная модель литературного творения Николая Полотнянка. На страницах издания проза сменяется поэзией, но суть остается. Книга всецело об истории Симбирской земли. От основания – роман Богдан Хитрово, до наших дней – произведение «Бесстыжий остров». Это хорошая литература, это хорошая проза, это хорошая поэзия. Ну, я хотел бы, чтобы побольше людей прочитало и посмотрело «Симбирские сказания» Полотнянка и Шпоркиной. Писатели и краеведы сходятся во мнении. Произведение Полотнянка и Шпоркиной – яркая летопись, которую нужно нести в массы. По спискам сюжетов можно узнать историю родной земли и не запутаться в сплетении чисел и имен. Тогда и вековая связь не нарушится. Павел Игнатьев, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В новом году многие мечтают начать жить по-новому. Поменять, например, образ жизни на здоровый. Было бы желание, а условия есть. В новогодние рождественские каникулы в Ульяновской области работают около 400 спортивных площадок. Среди них катки, лыжные трассы, хоккейные корты. В областном центре почитателей здорового образа жизни ждут на 99 спортивных объектах. Их разместили на главной площади города, на пришкольных территориях и во дворах. А эти кадры сняты на площадке спорткомплекса «Союз», что в железнодорожном районе Ульяновска. Наш каток будет работать все праздничные дни. 10 число будут проходить катания с 6 до 10 часов вечера. Все будет проходить с учетом требований Роспотребнадзора. При этом, по информации регионального Минспорта, каждый из праздничных дней будет носить особое название. 2 января уже встретили как день лыжника. Сегодня день хоккея. Завтра день зимних забав. Ну а 5-й день наступившего года ульяновцы посвятят фигурному катанию. Здоровый образ жизни пропагандируют молодогвардейцы. Как? Естественно, личным примером. Сегодня они организовали акцию «Здоров как бык». Цель проста – привлечь молодежь к спорту и физкультуре. Хорошенько размявшись на Соборной площади, спортсмены отправились на пробежку вдоль живописной Волжской набережной. Приятно и полезно. Я надеюсь, что мы хорошо проведем время, а главное, что время мы проведем с пользой. Молодежь из числа активных сторонников ЗОЖ пробежку на свежем воздухе оценила по достоинству. Трасса не самая сложная, а вот стихия несколько разбушевалась. Снег, ветер и метель преследовали участников все 3 круга дистанции. Но и погода молодых и сильных духом не сломила. К финишу пришли все участники забега. Спорт важен в любое время, независимо, то есть какой сейчас год, 21 или 901. Спорт всегда в моде при любой погоде, как говорится, даже при такой. Выкладываться от участников никто не требовал. Главное – не сойти с дистанции и доказать себе и остальным. Здоровый образ жизни укрепляет тело. Во время холодов это особенно важно. Закаляйтесь и не болейте. Это была последняя информация. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения вечера. И увидимся завтра в 14:30 на канале «Россия-1».В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов ниже нуля. В Ульяновске 6-8 со знаком минус. Завтра днем по области минус 2, минус 7. В Ульяновске 2-4 градуса мороза. На дорогах гололедица.